Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Oppo A16 можно изменить язык клавиатуры. Для этого мы с вами заходим в настройки, после чего нажимаем дополнительные настройки, клавиатура и способ ввода. Далее нажимаем Gboard, если у нас Gboard выбран, после чего нажимаем на языки, добавить клавиатуру и выбираем какой-нибудь язык. Не знаю, пускай будет язык балучи, я понятия не имею, как он выглядит, а это арабский. Хорошо. И теперь, если мы будем что-либо вписывать, то просто нажимаем на значок системы, чтобы изменить язык. Можем также нажать на шестеренку, чтобы снова попасть в языки. И можем нажать на карандашик, выбрать язык, который нам не нужен, и нажать на корзинку. И он удаляется. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!